Сейчас ей 45. Она заслуженная артистка России, мать двух дочерей, рожденных от известного кинорежиссера, которого, кстати, увела из семьи, когда его младшей дочери был всего один год. Наша героиня счастлива в браке чуть больше 10 лет, а сейчас оказалось, что закон бумеранга настиг и ее. В прессе появилась информация, что супруги разводятся. Так ли это на самом деле и как сложилась судьба талантливой актрисы Елены Пановой? Она родилась в Архангельске в семье театрального режиссера и пианистки. С детства Лена выступала на сцене в постановках отца, но мечтала стать балериной. Однако судьба так распорядилась, что Панова поступила в школу-студию МХАТ на курс Олега Ефремова и сразу же стала служить в театре имени Антона Павловича Чехова. Известность нашей героини принес сериал «Граница», таежный роман. А вот после фильма «Бой с тенью» Елена проснулась знаменитой на всю страну. Ее стали узнавать на улицах. Вторая часть нашумевшей картины познакомила нашу героиню с ее судьбой – режиссером Антоном Мегердичевым. Мужчина оказался старше на 8 лет и к тому же был женат. Но искра пробежала между актрисой и режиссером только через 3 года на съемочной площадке «Темного мира». Руке Мегердичева принадлежат такие картины, как «Бой с тенью 2», «Темный мир», «Метро», «Елки 3» и «Движение вверх». В тот момент у Антона только что родилась младшая дочь Александра. Но это событие не остановило сильные настоящие чувства влюбленных. Он ушел из семьи к Елене Пановой, а уже через год новая супруга подарила режиссеру дочь. Сейчас Мегердичев счастливый многодетный отец. В первом браке у него родились 2 наследницы. Мария, которой уже 19, и Александра, ей только 12 лет. А Елена Панова подарила Антону Мегердичеву Марианну и Лидию. Однако в последнее время в сети стала появляться информация, что в известной семье разлад. Многие пользователи припомнили Пановой, что она в свое время стала разлучницей, и сейчас ее очередь страдать и плакать в подушку. Однако официально супруги не опровергли и не подтвердили слухи о расставании. Будем надеяться, что чувства у Пановой и Мегердичева действительно настоящие, ведь в браке они состоят уже чуть больше 10 лет. А как вы считаете, закон бумеранга существует, и Елене Пановой все равно, рано или поздно придется расплатиться за содеянное?